Всем привет! На связи Александра Краснобаева. И я хочу показать вам свою новую работу. Это брошь в виде буквы «Т». Это был максимально творческий заказ, так как клиентка Татьяна дала мне полную свободу в выборе цвета. Главное, чтобы было ярко, сказала она. Но я могла вышить яркую оранжевую или желтую букву «Т», но так слишком просто и скучно. Я заглянула на страничку Instagram к Татьяне, чтобы посмотреть, нет ли у нее любимого цвета. Обычно, если человек любит конкретный цвет и часто носит одежду этого цвета, то на фото это сразу видно. Вообще, я всегда заглядываю в Instagram к девушке, которая заказывает у меня украшения, чтобы стать немного ближе, узнать ее получше и уже с этим пониманием браться за работу. У Татьяны я увидела на нескольких фото бирюзовый цвет и решила отталкиваться от него. Потом присоединила к нему розовый, а потом решила сделать градиент от желтого через зеленый, бирюзовый, фиолетовый к розовому. Получилось действительно ярко. Я и Татьяна очень довольны. Чтобы заказать подобную брошь в любом цвете, напишите мне в директ по ссылке, размещенной в описании под этим видео. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам такого же яркого настроения, как эта брошь.